Че, Лёха, кто в танках? А, Лёхи нету, да? Мана нет. Лёха, кто в танках у нас? Блять, кто в танках? Тимбыч, Фарада, Вага. Вот три танка тебе. Нормальные танки. У тебя три танка сейчас в рейде. Блять, я не уверен, то, что хоть один медведь, блять, выдержит боссами. С чего ты это взял? Потому что медведи пизды только могут получать, по-моему. Карина на боссе будет на этом. На присте. Луцинь на шамане. Прожимает. По хилам. Япончик ДЦ плюс пятая группа. Роты всем обязательно. Луцинь, ты забираешь звездочку и отводишь ее к выходу. В другую сторону. Ты не этого так. Вот потом, видишь, вот потом, когда этот, когда... звезду и куда отвожу? Вот туда? Вот сюда. Окей. Так, по хилам, короче. Бросьте приоритет Карина. Денчик приоритет шаман. Нямка приоритет. Денчик плюс. Бросьте плюс. Войд. Все остальные по... Старые трилоги? Захожу. Сопроты, надеюсь, все взяли. Если кого-то есть без сопрота, ты еще ГП не числа. А, у меня нет сопрота. Тебе вообще как танк обязательно. Грун 250, кому надо обмен кидать. Короче, с ума не идти. Нямка 230. Передавали. Бля, сейчас до 150 дойдут, и я куплю. Разъели на луке. Чё разъели на луке? Шкаф поставить не хотите? У нас челик за инстом. Я шкаф сейчас слышу первый раз. Догадаться, чему тут просто так стоим? Ждем, пока кто-то кому-то сопрок продаст. Какие предъявы, почему лог должен догадываться, что надо ставить? Я тоже сейчас охуел чуть-чуть. Не по понятиям как-то. Ну, предъява необоснованная, с другой стороны, понять, почему она злится, вполне можно. Можно таблеточину вкинуть. Я бы сказал, можно пиздеть перестать, и тогда все будет вообще спокойнее. Спасибо. Все, все здесь, поехали там. Человек у 8 нет софта. Ну, чувствуешь.
Персик, Драгон, чтобы потом поднять. Все, пустой. Карина. Вот, забери босс. Химыч, Карина, Быра. Поднял. Садите ману. Зачем ты меня поднял? Будет звезда. Какую нам подними? Тимыч подними. Красиво. Марина босс. Блин, дай Тимур, пожалуйста. Мой дорогой Тим. Тут не питос. Это кто-то выглядит. И нарденчику. Я тут поставил. Забери босс. Мана не тут. Давайте ману, дайте. Двух ходим. По всем хилам раздайте и на. Мне не надо, я пока. Шамана, три тотема. Был. ДЦ5 нет маны, 4 на ГКД. У хэпала нет маны. Друид, есть. Сейчас освободится шаман, заберет еще один. Я могу сейчас эндер дать. Кому эндер? ДЦ. По ДЦ, да. Япончик. Дал. Могу бернуть.
ДК обернуть? Нет. А кто из хилов на мне сидел? Мне прилетело копье, и когда ты упал, у меня не было мана. Причина была в том, что у меня инстинкты закончились в этот момент. Дэнчику на офспек, на танк. Рота палач на вароне. У Дэнчика в танке реально не хватает шеи и запов. И будет танк прям-то вкусненький. Сразу после второй каты охота 25-ки 4 инста. Кстати, если кто-то там АФКшит сразу. Времени мало, так что вот. Вычисляй, если кто-то АФКшит. Я тут трэш пулить не буду. Бывает, сам популит все. Костя, ты на Эйле наводишь? Да я что-то тупанул, у меня есть жайные ноги, если надо, кому-то отдам. Там, короче, отдай и... Грей. Я понял, она... Не Грей, а Гея. Ну, Гея. Саша Грей. Саша Грей, давай обмен. Я старик там букву R увидел, я вообще... Там У буква есть. Где У я хотел бы. Так было бы символично, если бы Настя сосала душ наш. Шам может сосать душ наш? Шам просто может сосать. Может, может. Давайте я пососу чисто ради рофла. Золотые слова. Да, поэтому так я мужа и нашла. Именно так Грей начала свою карьеру. Стоит будущее предсказывает, видишь? Thank you.
ГВ. Фредди, появился шанс лутать более профитные шмотки, да, с РС-ки? Ну, пиздец. Да если Адмирал будет ходить в РС-ки, да. И если Сов не будет? Не, ну на третьей фазе вообще достаточно стабильно процент. Вага так и будет забирать запас целка, если РСХМ падает. И теперь. А кто шею-то забрал? Вага. Вот, ты уже шею забрал, так что это? Знаешь, суть в том, чтобы забрать шею и носить все равно с острова шею. Ну да, с Халика на ПВП это не идут особо. Я отойду, дверь открою, хоть пришел. Че, на этого босса можно добыть? Да, как трождачи. Кажется, я поменяю. Думаю, что-нибудь надо это делать. Могу уступить. Могу уступить. Блять, я не говорю про уступить. Могут быть замены, надо и... Ну, только сплетение нужно. Благо, что еще плечи остались? Так, короче, дракон, Карин, Луцин в танк, выйдет на боссе, вы на трэш. Дальше это. Может, лучше медведь спекнется? Три медведя топ. Это можно. Ну ладно, пускай спекается дракон, тогда в ДД. Ну, шестой дораму тогда поменяешь, какая разница. Нет, ты не поменяешься по дораму. По дораму у нас поменяется... Троня. Че за хуйня? Почему у меня 4 куска не работают? 2 работают, 4. Кто расскажет? А можно по 2 пачки приводить? Все зависит от себя. Как вас будут просить 20 человек, как будет поделать. Денчика, можно по 2 пачки приводить? Можно, я размялась, я забыла. Какие 2 пачки? А, блядь, лагать будет, ну нахуй, не надо. Нямка, нямка, спекнешься в ЛМ и япончик останешься. Так, Вага, у тебя праздники 2 дня назад закончили. Все вроде бы, трэш убить. Все, с манти, ставьте рыбу. Блять. Так ты ж сам недавно писал, что ты с похмелья тебе хуёво. Сегодня дракон будет пола пропалом тачи. Так, хуйня. Что его там танчит? Гидроман, молодой. Ладно. Что там, Талдорама суманится, нет? Или кто-то еще не телепортнулся? А мне не пришел еще? Как не пришел? Ваш там шиншилы опять. Кулаки бафаешь, если что. А как твои домашние животные относятся к протоварам? На бафу, на пол. Ударам готов. Да,
да, сейчас бафы кулаки. Все готово, поехали. Все готово, поехали. А где ты? Рыба. Без рыб. А вот. Без рыб. Такие три мишки. Что-то они там не поделят. Заводите под босс нормально. Мишки, только не думайте, у нас таун. Пятый раз. Блин, мяку вообще что ли не отправляем? Блядь, заебал. Я не понял, где ДПС? Вторих 26 солокарли. В этом лауе не. В смысле 26 я. Не, ну, блин, даже один. В рекаунте топ-10, не ты о чем. Я ни один этот не пропустил фонтан. Да ебать. Медведи, тикет хорошо видишь. Танк на это. Сделал драконы минус ком. Вот по сути у меня так лагает, блять, еще и по КД отправляет в телепорт, это пиздец. Ну и же медведь.
Фу, я там, наверное, умер. Слабо крэш бывает под боссом. А у меня белки. Дайте маны чуть-чуть по пидорскому шаману. Что автоатаку бей по боссу, что там стоит, что у меня? Это гей, который? Гей. Убивайте босс. Ну под босса заведите, чё вам спиной кливать? Там уже босс скоро, да. 7%. Просто в таргет босса играть. Он не выпал. На гидроса быстрее. Там же блок, да, по максимуму одеться. Так, еще раз, я тебя не понял, что вот эта хуйня никому не нужна? Жезл никому не нужен. Япончик, я тебе на распил кинул, там шума. Там гидро сложил, по-моему, замена. Я не откажусь, нажал. Еще раз, гидро с заменой нужен кому? Ну раз, тебе тринкет на танка есть этот? Нахуй на паладина. Хотя на там чешку лучше и клык. У меня чешка есть, клык, вроде бы. И пижи в разы. Не, у меня нету этой тринки. Зачем? Когда появилась, было пиздатой только. Стакается, хуй ее. Броня мобильная. 100%. Триня на броню, которую... Ну, типа, это РБКшная триня больше. Чтобы в РБК ты там, блядь, спекнулся в говне. Ну, да, вот только... ДДшные триньки нужны, а не танковские, не? Не. В РБК нужен ДДшный шмот. 4-5. В соло таргет хуйня. Если держишь соло таргет, то триня. Если держишь где-то трэшачок, то... Ты тоже хуйня. На трэш-орган, наверное, лучше будет все равно. Нет.
тупо триня для Мишки. Частично ДК про товар. Ну, ДКшки, потому что все равно на рынок стану. Да для РБК, для всех танков эти две трини пойдут. Да хуйня. Я выбрал все-таки что-нибудь постабильнее. Чешку. Чешка ж пропает не так, как она должна. Чешка, ну, на самом деле, она плюс-минус так и прокает тогда. Она только, блядь, не 30% почему-то ХП, а 30% урона, нанесенных тебе, походу. Чуть-чуть наоборот, блядь. Блядь, чешка блядь. Пропает даже на 80% ХП. Драгон, сколько раз в фонтане был? В фонтане сколько раз был? Я, короче говоря, смотри, два раза, по-моему, всего лишь не слетал в нем. Такая ж хуйня, я в ахуе вообще просто. Еще 32 рубля отдал. Рейндж, наберите. Не видят, как будто их дамажит, да? Что их дамажит, не видят вообще, да? Хуй знает, как так. Самое интересное, видишь, Вервульф с мякой, да, в топе? Их, походу, вообще, блядь, не тянуло туда. Ну, Фрост махал. У меня два раза тянуло. Тот, который... Ну, мяку, походу, вообще не раз. Да. Ну, я до 32 разогнался, но, блядь, тяжело, пиздец. Когда буст проебывал... Я через него до босса добирал. Пиздец, Рок типа 32к по трэшу дал, да, в РС, блядь, накрутил. Да. Вы не видите, что на вас 29 масса нахрен. Не, не видят, ты чё. Алый вихрь, Урок, лучше всего дамажит. Не, я у Войда смотрю стрим, блядь, там 32к написано, блядь. Есть один Рок, который с ракет дает. Он бисовый. Это дохуя, по-моему. Надо фиксить. Ну, возможно, он пиздит, возможно, не пиздит. Мне кажется, Айзек дает с ракет вполне. Но вы вдвоем стоите, Мозер, ваша. Не хильте их, не хильте. Ну это видишь, там же от статов зависит, тоже от силы атаки или от чего. Не, ну да, в фулл брюлях и так далее вполне реально, почему нет. Ну это вроде. Если ты даешь 32к. Это реально 40, да, спокойно. Нет, ну еще я типа стопаю ДПС часто. Я ж свету, типа. А там, может, в рейдах он был, когда типа ДПС не стопали. Там плюс-минус пару к. Нет, я на первой фазе тебе говорю. Третья воронка. И четвертая. Не знаю, у меня... Я имею в виду 40к на выходе. На срез давал. Есть? После килла. Где... Поставьте шкаф при смонте ДК. У дракона. Самое интересное, блядь, вот воронки подешевели, стали активны. Ты где на шкаф? ДК, ты мог бы сойти, тут уже сам добежать. Мозер, ты там в жопе. Девятое место, короче. Знаешь, типа, упало такие скиллы, да? Они так сделали Т5, что, блядь, даже по трэшу хуй накрутишь ДПС. Включайтесь, я так мало. Не, ну, соло-то понятно, где. Присмотрите дракона. Раз в шкаф поставили. Следующего. Настя. Вага. Да я не дамагер, что-то сделал. Не, надо чтоб не быть так немножко. Короче, мы драгонса на СС. Забираешь босса 5 стаков.
Ну как в прошлый раз, да? Войт, если что, на подстрелку. На USS подрыгаться. Нет, на ком второе будет агро. Ком будет второе агро. На эти параллельно. Ну, босс стоит там лед. Вы становитесь там, где, блядь, природа. Чтобы на вас босс пошел. На вас босс прошел. А это, если что, там подхватит войт. Трэш должен появиться только два раза. Я правильно помню, прям два перевода только. Кто в танках? Руцинь, Войт и этот. И ты в Хиласпе. И, блин, как его? И Трагдзе. И как его? И кто там у нас хилов есть? Япончик может спекнуться в этого. ЧП? Ну как его там этот? Рак, смерть, челядь. А, драгон, драгон, то есть. Я тебя запомнил. Я готов. Я не готов. Дай проверку. Ща, япончик ману. Ты меня в патике вам. Ща тебя я кину. Что? Я говорю, ща кину. Готов, японец? Да. Киньте на лаху сагу. Там все нормально, там запасы. Надо, чтоб маху, лок, этот, лок и будь, короче, сагро здесь, на это. На фазе. У тебя босс что пошел? А вот, хватит. Сейчас сопрот прилетает ровница. Не, спасибо. Чё, переводи, а то будет ровница шотать. Бля, стопнул уже. Нет, не обвитаешь, подними, пожалуйста. Дайте по боссу играть, просто по боссу играть. Это первая смерть. Трэш забьется в ешку. Просто босс трэш. Там два гроз, идите, вы это жесткие пацаны, а у меня тут трэш на голову уходит. Да нет, там мозер второй, это не легко. Сейчас трэш не будет. 68% следующий. Блять, вы чё нахуй делаете? Блять, его надо переводить. Танчи тут, ты чё гонишь? А какая нахуй разница? Меня сейчас ваншотит.
250%. Для кого-то другого. Поднимите вой, да. Поднимите. Вот. 8 мобов. Жан, блядь, заебал. Давай, эй, салам алейкум. Мобов, все играет. Хорошо, ешка. Что, релок? Там стакер, блядь. Они как-то скинули. Хуй знает как. Там под большой этот знак можно будет зубы. Сейвить, а драгонс кидается. Тут трэш на нем. Мяко. Гроз. Он на резелине же. Там ненормально. 250. Просто босса бить. Кто там второй по гроз? Старик, перейди туда, надо обхазу. На старика зубы. Кидай, кидай, кидай. Хинти его. Просто найдет фазу, пускай перейдет, да есть. Капли кину. Что на него босс пойдет, вот пере. Иди стань возле старика, переход. Штрэш долили. Да все нормально. Все, давай. Просто, просто боссу поверьте. Да, добьют, в принципе. Не надо переводить. Стойте, блядь, добивайте босс. Я на всякий случай краю буду. Но у меня ревность не сработала. Чё страшного, босс убьём. Настя, что сказала, слышно не было. 34 тысячи нанесла. Спросила, какие нахуй зубы, если у нас доценят. А? Главное крикнуть. Все, на клавиши. Бежим. В принципе, даже вот так вот 34 тысячи мне прилетело, не так что много. Там скидывалось стаки. В какой-то момент стаки скинулись. Потому что у меня было 500, понимаешь, а потом стало 50. Хуй знает как. Сука, быстрая ноги. Про меня зайдешь на этого босса. Я в ком? Я. Что там? Просто. Вага, я все разрою. Старый, там говорят, ты не тому начислил. Ты сролил с Керри? Я медвежонку, я дал, в чем проблема? Мишка Мейнс. Мейнс не сролил, я ему дал. Ронг. Какая нахуй, я что-то это, запарился, куда бежать. Если он нажал Мейнспект, почему он говорит не мне? Блять, если не надо, то... Это, Драгон, убери лут с меня, возьмите там воронку, я реально что-то... То ли сплю, то ли что, я не могу понять. Блять, как... тут осталось по хуйне, это последний край. Перетерпи.
старый, поводи. Я тоже сейчас спать хочется уже. Блять, как учеба началась, нихуя себе, оказывается. Утром вставать можно, нужно. Но... Так заебись было, да, обед в среднем. Все, забрал. Угу. Лёха, кто на боссе там? На боссе у нас будет кто? Карина. Карина. Я. А второго мишки что делать? Говорил, стар друида Дракон, ты откинешься. Охуя. Как нам к тебе подбежать? И чё ты думаешь, мы будем делать там? Тут еще два моба. Я Денечка ждал. Могу подгадать, типа, не... А он, блядь, вливаться. И они сюда повернуты. Они вообще в разные стороны повернуты. Блядь, сейчас у меня медведи спиздили. А, ну все спиздили. Ладно. С двумя медведями. Спасибо, что собрал. Ты чисто такая, блядь, у медведя в АУЕ по 60к трита. Пизду вообще. У меня... Такое только в ДД, шмоте и то в солотарке. И то во сне. Не, почему? Типа так у паладина где-то 40-50 тысяч в солотарке. Чё там, на бошку будет покупать? Сегодня так и не зашел еще. Бля, давайте быстренько все это пройдем и спать пойдем. Кого там? Лага, расставишь метки или фарада? Кто-нибудь из вас? Дайте Дживса. А ты метки поставь, я Дживса тебе дал. Да проня, бля, вторая ката, она даже с пугами собирается спокойно.
Не на боссе. На трэше. На орде. Лапу приступав. А можно попросить, чтобы по мне фридом кидали при выходе в гвардейцу? В смысле, зачем? Охуя. Не догоняю. Чем? Я их не догоняю, потому что... А он там? Ну... Там. Их хд срывают сразу и не могу догнать. Фридом что тебе даст? Она будет вместе с другим гвардейцем побежит за ним и рывком ворвется. Худеть, худеть просто надо, еще будет. Да в этом дело. Фридом не даст. Думаю, что оглушение мобов. Какое оглушение? Он сухожилие подрезает. Ты вишку централизуй просто. Это... Фридом не прокатит. Вишку централизуй ближе к вайш. И ты будешь доставать всех гвардейцев. Вот, если что, на себя затаунчит, потом у него перетаунит. Лапу! Чё, распределяю? Это метка, поехал. Или мне самому? Короче, крестик. Давай тогда так. Крестик, Тимыч. Череп, Вага, Квадрат, Драгонсон, Рога. Вот, блядь, ставь, что ты все метки. Этот, Войд, ой, Войд, говорю. Блядь, чё меток столько, блядь? Нахуя? Не переусердствовали, блядь? 6 меток. Кто ставил метки? Кто не знает тактики, блядь? 5 меток должно быть. Крест лишний вроде как. Ну, крест убрать и все. Крест должен стоять там, где воин стоит. Черепа не должно. Это. Поставьте, блядь, крест, где воин стоит, блядь, а череп. Так, короче, в кресте у нас. Тогда поменяю все. Крест Тимыч, квадрат Лага, Луна Талдарам. Трусы Драгонс, Шаки, Рон, дальше. Так, Рога у нас будет стоять в крестике. Дальше Никитос будет стоять в квадрате, Броня в трусах. Медведойш в Луне, Гримперсик в ромбике. Дальше Фарадей в ромбике. Фарадей в ромбике. Так, дальше. Старик в трусах. Локи со стороны от ромбика до Луны. Розелина от крестика до Луны. Дальше. Вот это специально вышло? Не, забагался. Заебись. По хилам, Денчик, стоишь в кресте, хилер, дальше, кто там? Денчик в крестике, против в квадрате. В трусах у нас будет Настя. Скоро Рондик, Луцинь в Луне. В Раск, если что, будешь квадрат страховать. Молдазар, если что, Луна. А где я стою, чтобы его страховать? Моздор, если что, крест. Япончик, если что, квадрат. Вроде всех распределил. Меня ты не поставил ни в одну метку. Я тебе только что, блядь, сказал. Страховать, это ж не стоять там. Стоять. Все, давай баф, проверку и погнали. Повтори еще раз. Розелина с ромба по луну, правильно стоит? Да.
блоки с этой лутера поставьте нормально. И звездочку на Локи, печеньку на Розелину. Чтоб, блядь, все видели. Сапрот обязательно. Локи, блядь. Тех, кто магму будет ловить, сапрот. Все, погнали. Блядь, босс. Поставая, что вторая ката по бырому перед этим будет. Перед углом магиком там обычкой, что выйдет собирать. А если, блядь, уже сильно так спать хочет. На том свете выспишься. Ну, нихуя. Ну, завтра. Не пойму, нужно, то не взяли. Давайте Гроу Магия Гера, у меня есть покупатель на 3 печеньки. Не, завтра в 4 часа. Что ли? Завтра. Лёша. Сегодня как мероприятие ход. Пятница в 4 часа собираем. Мне нужны 3 печеньки. Я уже полностью надеюсь, что есть. 5 на 4 часа, мне не подходит. Тотема на сапрот поставить? Природа. Два рестор шамана, сапрот от природы. Плаза. Клечо. Милики, аккуратно. В этом малом круге появляется гордец. Зеленый крест. Свободный РДД по горде. Странник с квадрат. Странник. РД по страннику. Посмотрите, сходите. Странник. Зеленый трус. Гвардейцы свободные, РДД стоит. Можно, блядь, видим. Настя, перекинь. Розелина, ты чё стоишь? Иди в зелёную. Надо перекинь дальше, пожалуйста. Киньте в печеньку. Или в звезду. Малдазар, перекинь магму. Малдазар, открываешь сумку, находишь магму, кидаешь в лок. Надеюсь.
Зеленый красный. А я в сумке искал его. Там же можно макрос сделать, да, на это? Да. Я Вольф. Так, где сделай? Элементали подходит. От стороны креста. Гвардеец РТД свободная. Только того, как... Крест, крест, зеленый. Большой ромб. Карина, отойди ко мне. Ну, один этот остался. Странника забили. Да, Ксения по страннику, и потом гвардейцы, мильки гвардейцы. РДД сразу скат. Просто убейте. Поменяю лут. Мир есть. Луцинь, подними фарад. Как обычно, да? Ну, что-то две лужи кинул. Шторм поднимет. Я огонь не набиваю. Надо. Как можешь двигаться, подходи, да набирай. Она отходит сразу. Лазер дайте сорвет, а то сейчас сорвет. Сальву лазер дай. Огонь ему сальву. Лужами. Левый мелик. Дайте лапу хоть краску. Нихуя не. Там на грот остаточка. Степли постоянно дух. Я чё милики не перебивают? На грудь хорна я. Враска, чё с тобой по ДПС? Просил танка. Штуры Драгона. Драгона подними, ДПС хороший. Бафы сразу, похил. Чё луж столько, блядь, бейте РДД скат. Не настатно. Вы чё творите? Просил будет сегодня, нет? Тимыч Бруно, Брун Вервульф. А кто поднял? Всё нормально. Тимыч, не надо. Рогу поднимите, Леваву поднимите. Брун, Вервульф. Тимыч тогда, Грудхара. Вторая пати вар. Таун где? Забеги вперед. Таун где, блядь, или нет? Где, где, я говорю? Все, еще вперед забегай.
Чего вдвоем под басом не тусуете, блядь, как идиоты? Я только подошла, я бэрила руба. Феру давайте, поехали. По боссу. Это берут ты 4 на 10 так. Старик, больно. Ложа выводи. Че, не видите, ложа обойти? Опять нет таун. На Мозера. Таун. Раунд нажми Карина, блядь. Служи выведи. Если бы я у кого-то остался, повой бы. Служа, блядь, видно. Анимация подкрепит под босса, блядь. Летал бы нажать мод. Тоже. Тоже не сильно ведет, братан. Значит, фрита. Где тоже могу? Решал микрофон. Че микрофон? Вага, какой прохил, когда вся мелизона стоит в луже и даже не пытается из нее выйти. Легла вся мелизона, как мы можем выйти? Там не выйти, там корни. Стоит. Там корни были. Но это не прохилить. Ну да, для лужи не прохилить. Чего у меня рейдовые мини не открываются? Кто мне рассказывает? Себе забираю, потом разоружу. Старику лучера кинь, блядь, и старик... Да я не могу его кинуть. А, вот появился. Бой висел. Вот пойдет. Ретрика тоже можно прохилить, у него почти по КД щиток. Ретрик, блядь, у тебя и нахуй ты стоишь вообще. Если бы пили, блядь, вас бы прохиливалось. Больше у меня сапрот 2 часа висит еще. Да не, у нас просто кто-то из РДД, блядь, еще не выбегает с этим дебафом. Хуярит по РДД, да, хуярит в мелизону, блядь. Меня в лужу убило. Меня не прохилили на лоуха. А чё, зачем тебе длань свободы? Так, блядь, я нажал, я выбежал из него почти. Мне нужно было один, ты понимаешь? Я без сопротивления. Линканите урон по союзникам вот этой хуйней. У кого есть? Мелизона легла 2 раза, РДД зона 0 раз. Ну ты понимаешь, когда летит в мелизону, они стоят в корнях и на них лужи. В это время еще летит в РДД, блядь. Как хилить и тех, и этих? Вот вы посмотрите урон по рейду, блядь. На что виноват старик? По щелям урона. Пиздец. А чё, кто других не лучше? Хил, который, блядь, выбежит, не может. Ну так вот. А почём вообще в среднем тик долбит этой фигни по всей? 1000 по 5. 1000 по 5? Блять, сколько каждого надо секунд стоять с ним, чтобы дамажить? Не знаю, фул, блять. Да не, он не по 5, он поболее. Ну, кто с сапротом, в тех поменьше, логично. Ну, блять, у меня с сапротом щитком 2000 максимум дамажил. Старик же говорил, что уже засыпает. Я повисли. Кто-нибудь схватывал тут? Да. Да, вот это сколько надо вообще стоять, просто чтобы столько надо мажить, это я не знаю. Одного тика тоже не надо. Я скриншот сделала. Видео есть. Правда, я видео лук... есть, не парьтесь со своими скриншотами. Это всем похуй. А, да, у меня тоже видео записывается.